Для того, чтобы выиграть выборы в Николаевской области, надо однозначно было быть членом партии регионов, чего не произошло и вряд ли бы произошло относительно меня. Тактический момент был связан с тем, что, в общем-то, был момент перед дедлайном по прекращению снятия кандидатов. В тот момент можно было решить этот вопрос снятием представителя объединенной оппозиции, представителя партии «Удар». Эти разговоры были небеспочвенными, и все шло к тому, что это произойдет. Но как я могу догадываться, сегодня даже предполагать, потому что утверждать это я не имею права, но тем не менее я считаю, что то, что произошло, было выгодно двум этим политическим силам. Тут нет никакого разгильдяйства, что вот кто-то с кем-то не договорился. Я думаю, что все это было сделано сознательно. Вот. Ни объединенная оппозиция не воспользовалась своей возможностью, ни удару.